Я собрал волю в кулак и пошел устраиваться. Первое же место, куда меня взяли, был директ-дизайн. Это прям первое место, куда я пришел пообщаться. Мне сразу перезвонил Фейгин и взял меня на работу. У меня было очень интересное собеседование. На тот момент я уже подумал, что я да охренеть как крут. Буквально за пару дней до этого был Киевский фестиваль. Если вы в курсе, сейчас это абсолютно ничто. Но на тот момент Киевский фестиваль рекламы был реально крутым. Это был 2011 год. И награда на Киевском фестивале, она очень значима была. Это было сравнимо там, с каким-нибудь Golden Drum или Golden Hammer. То есть это было крутое. Я там получил серебро за Яру. А директ-дизайн, который я пришел устраиваться, большущая брендинг-агентство, получил бронзу за какой-то проект. Я пришел, говорю, вот, я вас поздравляю с бронзой, у меня серебро. На что перышко меня посмотрел и сказал, и чё? Что сразу сбило с меня спесь. Они посмотрели мои работы и сказали, это Дмитрий Перышко сказал, что Вова, мне кажется, ты хороший дизайнер, но у тебя есть проблемы со стилистикой. Я сказал, никаких проблем нет, какую надо, такую буду рисовать. Дмитрий, понимая, что это вранье, сказал, давай так, ты приходишь к нам, и мы тебе даем делать один силуэтный фирменный стиль в год. Я сказал легко. Первый же тендер, в котором я участвовал, был тендер для какого-то аутлета. Неважно. Но, как вы понимаете, я выбрал сразу стилистику, чтобы выиграть этот тендер. Впоследствии этот проект отпал, и мы думали, как переформатировать эту историю, и в итоге получился фирменный стиль для такого фотофестиваля, который мы назвали «Горизонты», он тоже не состоялся в итоге, хотя все уже было на мази. Здесь очень простая история о том, что это фестиваль фотографий, выходящих за рамки кадра. История прекрасная. Оправдывает ли это меня? Ни в коем случае. Вообще, я хочу, на самом деле, признаться большой любви директ-дизайну. Тут Фейгин до меня, кажется, выступал, вы слышали, да? И я очень горжусь, что я там смог поработать ровно год, на больше мне не хватило, прям скажу. Но за этот год я там научился гигантским вещам. Это вот ровно то, чего мне не хватало несколько лет до этого.